Традиционно одна из крупнейших компаний области ТНК-БП активно участвует в реализации социально значимых мероприятий Оренбуржья. В 2013 году на благотворительность нефтяники планируют направить более 145 миллионов рублей. Основную часть социальных проектов компания реализует в сельских районах нефтедобычи. Социальная ответственность бизнеса приносит свои результаты. Я думаю, что скоро мы вместе с Олегом Дмитриевичем побываем в Осикеево, где закончится один из таких проектов. Ремонт двух отделений в Осикеевской центральной районной больнице. В прошлом году на деньги нефтяников было приобретено здание ФАПа в Пономаревском районе, проведен капитальный ремонт детского сада и ЦРБ в Северном районе. По сравнению с прошлым годом мы смогли не только сохранить уровень взаимодействия по благотворительности, но и смогли увеличить в рамках взаимоотношений с правительством более чем на 15% сумму по благотворительности. ТНК-БП не первый год лидирует по налоговым выплатам. Более четверти консолидированного бюджета Оренбуржья – это налоговые платежи от предприятий ТНК-БП. В подписанном документе отражен план по налоговым и иным платежам на 2013 год. Планируемая сумма превышает 10 миллиардов рублей. Мы сегодня очередной раз подтверждаем, что мы работаем открыто, честно и выдерживаем все свои обязательства. Карина Тимкова, Виктор Яковлев. Новости дня.